100, 200, 400. Таких цен на картошку жители Алтайского края еще не видели. Стоимость одного из самых доступных овощей теперь стала заметно бить по карману. Только 1 килограмм кругленькой обходится в среднем в 40 рублей, что в 2 раза превышает стоимость прошлого года. Так мешок картошки весом 35, 40 килограммов обойдется в более чем 1000 рублей. Дорожало, ну практически в 2 раза. Что вот выбираем. А где сейчас вот дешевле ее приобрести? Даже не знаю. Это надо ждать, может, или ярмарку, или где. Или, может, на полях, где копают, туда выезжать. Вот только снижение цен на второй хлеб, по словам специалистов, ждать не приходится. По прогнозам фермеров, цифра будет только расти. А предприниматели и вовсе ждут пика, чтобы продать картофель как можно дороже. Причина такого резкого скачка цен в крае – неурожайность в других регионах страны и ближнего зарубежья. Потому что картошка урожай мало. И отсюда вывозят, по-моему, не знаю. Картошку вывозят много За Урал туда возят, в Казахстан. Там у них засуха была, не урожай. А вот на Алтае урожая оказалось достаточно. Более 4000 тонн картофеля, что на треть больше, чем в прошлом году. И, видимо, решили, что такого количества для нашего края явно многовато. К слову, в магазинах ее пока еще можно купить по адекватной цене. Правда, здесь она все же отличается от той, что на рынке. Впрочем, цена на корнеплод теперь будет кусаться и в других регионах. А в следующем году, говорят эксперты, килограмм картошки будет стоить не меньше 100 рублей. София Яценко, Данил Захаров. День с толком.